Всем привет! Приветствую вас на моем канале «Вязаный мир» Елены. Кто не подписывался, милости просим. Если вам понравится видео, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Так, предлагаю вам сегодня связать вот такого зайку быстрого. Быстрый мастер-класс, свяжется очень легко, элементарно. Для зайки нам потребуется пряжа белого цвета, вот такая вот пехорка, детская новинка, объемная, детская серия. Здесь у нас цвет белый 01, получается. 400 метров, видите, 400 метров, 100-граммовый моток у меня был. Ну, на зайку нам потребуется грамм 30, соответственно, вам все равно, получается, что придется купить моточек 50-граммовый, а так грамм 30 получится белого, и грамм 40 получается, здесь побольше получится, потому что здесь даже может быть 50 за счет юбочки. Юбочка тоже берет ниточки, видите? Ну, грамм 40-50 приблизительно, это у нас получается вот комплект праздничный с люрексом, серия классик, видите? 160 метров, получается 50 грамм. Ну, осталось у меня вот очень много. Значит, ну, где-то грамм 30 тоже. 30-40 грамм получается. Это 20-30 тогда белой части. Носик у меня был готовый. Так. 14 миллиметров носик получается, глазки вот такие, глазки у нас с вами 8 миллиметров получаются глазки. Далее немножко коричневой нити, совсем немножко, мы будем делать бровки, утяжки для глаз и разделительный, вот ротик, часть с ротиком. Клей я приклеиваю носик, глазки. Крючок у меня был 1,75. Иголочка для сшивания и пришивания. И палочки. Палочки я использую для набивки и для расширения места, куда будет вставляться носик и глазки. Расширяю петельку, потом приклеиваю. Соответственно, булавочки, чтобы скалывать. А, наполнитель. Наполнитель может быть любой у вас. У меня холофайбер. Все, в принципе, для декора я использовала вот такие вот бантики. В принципе, для игрушки ножницы, еще ножницы. Вот, ножницы я использовала. Больше ничего нам не нужно. Вяжите вместе со мной. Жду вас в гости. Приступаем к вязанию. Ноги, тело, голова зайчика. Начинаем с ног. Берем белую нить. Делаем кольцо амигуруми. Провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо. В первую петлю делаем соединительный столбик, вот так. Соединяем в колечко. Я прокладываю маркер. Ниточку от наборного края я ввязываю в вязание. Второй ряд. 6 прибавок. В конце второго ряда у нас с вами 12 столбиков. Вот в каждый столбик провязываем 2 столбика. Третий ряд вяжем столбик без накида и прибавка. Повторяем так 6 раз до конца ряда. В конце третьего ряда у нас должно получиться 18 столбиков.
Провязали с вами 3 ряда. У нас с вами 18 столбиков без накида. Далее с 4 по 6 ряд вяжем 18 столбиков без накида без изменений. 18 столбиков без накида, да, все правильно я сказала. Вяжем. Провязали с вами 6 рядов. У нас с вами 18 столбиков. Последний столбик мы не довязываем. Будем менять цвет нитки. Отрезаем белую, берем сиреневую нить. Довязываем эти столбики сиреневой нитью. Вот так довязали. Далее прокладываем маркер. Ниточки несколько столбиков я ввязываю в вязание. Далее вы с 7 по 9 ряд вяжете сиреневой нитью. В конце 9 ряда вы делаете соединительный столбик, закрываете вязание и отрезаете нить. Вторую ножку вы вяжете этим же самым образом. Просто нить сиреневую, вот эту, вы не обрезаете. Вяжем самостоятельно. Обе ножки у нас с вами готовы. Вот на ножке, где мы нитку не обрезали, провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Берем вторую ножку, вот эту с отрезанной ниткой, и присоединяемся. Вот так, 1, и провязываем. Вот так у нас получается с вами. Так, ставим маркер. Так, давайте с вами сделаем так, чтобы вам проще было. Мы пока маркер не будем ставить, провязываем. Вот один столбик мы провязали, 18 столбиков по ноге. Получается 18 столбиков. Вяжем 18 столбиков. Провязали 18 столбиков по одной ножке. Далее у нас с вами идут 3 петли, которые мы набрали. Но чтобы у нас не получился вот здесь вот пропущенный, ну, дырочка не получилась потом. Давайте с вами вот так вот возьмем просто петельку. Провязывать не будем. Провязываем вот здесь 3 петли. Вот так тоже 1. И тогда уже все вместе 3 провязываем. Вот так. Это у нас будет один столбик. Второй столбик и третий столбик. Далее провязываем 18 столбиков по второй ножке. Провязали 18 столбиков во второй ноге и провязываем 3 воздушные петли по другой стороне, получается. Вот так вот. 1, 2 и 3. Далее будем ставить маркер уже. Это у нас с вами был ряд такой соединительный. Ножки мы соединяли, обвязали с вами. Все. У нас получалось как? Значит, 18 петель одна ножка, 18 петель другая ножка. Это 36 петель. И плюс 3 петли, обвязанные с двух сторон. Это получается 6 петель. Значит, у нас 36 плюс 6, 42 столбика. Сейчас на крючке у нас, вот видите, вот в этом ряду 42 столбика. Далее с 10, со следующего. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ну, 10 у нас уже провязанный получился. Значит, тогда с 11 ряда по 17. С 11 ряда по 17. У нас с вами 42 столбика без изменений. Вы просто вяжете. Вот так, столбиками без накида. 42 столбика до 18 ряда. До 18. Вяжите самостоятельно. Так, провязали с вами 17 рядов, 42 столбика. В 18 ряду мы будем вязать 42 столбика, но за заднюю стенку петли. Вот находите, видите, у нас с вами задняя, вот эта передняя стенка, нам не нужна. Задняя, вот эта. Вот так вот за заднюю стенку. Все столбики до конца ряда вяжем. Провязали с вами 18 ряд, 42 столбика без накида за заднюю стенку. Далее 19 и 20 ряды вяжем 42 столбика без накида без изменений. Просто столбиками без накида. 19 и 20. Встретимся с вами, когда вы провяжете 20 рядов. Точнее, не 20 рядов, а 20 ряд. Так, провязали с вами 2 ряда, 19 и 20, 42 столбика без накида, без изменения, за обе стенки. 21 ряд мы вяжем те же 42 столбика, но опять за заднюю стенку петли. Находим заднюю стенку и провязываем весь ряд. Вяжем. Связали с вами 21 ряд. Вот 42 столбика за заднюю стенку. Далее вяжем 22 ряд. Делаем 5 столбиков без накида. Далее делаем убавку за передние стенки. Убавка. Таким образом мы провязываем до конца ряда. В конце 22 ряда у нас с вами получается 36 столбиков. Вяжем. Так, провязали с вами 22 ряд. У нас с вами 36 столбиков. 23 и 24 ряды вяжем с вами 36 столбиков без накида, без изменения. Так, довязали с вами 23 и 24 ряды. Давайте набьем. Потому что далее у нас будет тело идти на уменьшение количества петель. Поэтому нам нужно будет набить. Набили деталь. Продолжаем дальше вязать. Не забываем в процессе вязки донабивать. Далее у нас с вами 25 ряд. Вяжем 4 столбика без накида. Делаем убавку 6 раз. В конце 25 ряда у нас с вами 30 столбиков. Вяжем 1, 2, 3, 4 столбика, делаем убавку за переднюю стенку, довязываем до конца ряда. Провязали 25 рядов, у нас с вами 30 столбиков. 26 ряд вяжем 30 столбиков без накида, без изменения. Вяжем. 27 ряд вяжем. 1, 2, 3 столбика без накида. Делаем убавку за передние стенки. Продолжаем вязать также до конца ряда. В конце 27 ряда у нас с вами 24 столбика. Вяжем. Провязали 27 ряд, у нас с вами 24 столбика. Вяжем 28 ряд, 24 столбика без накида, без изменения. Вяжем. Так, 28 ряд провязан, давайте еще немножко поднабиваем.
29 ряд. Вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Делаем убавку. Вяжем так до конца ряда. В конце 29 ряда у вас получится 18 столбиков. 29 ряд у нас уже провязан. 30 и 31 ряд вяжем 18 столбиков без накида, без изменения. 30 и 31. 18 столбиков без накида, без изменения. Вяжем. Провязали с вами 30 и 31 ряд. Здесь у нас в ряду 18 столбиков. Продолжаем дальше набивать. Так, мы поднабивали. Тело у нас получилось. Проверяйте. Вас все устраивает. 32 ряд вяжем. Столбик без накида. Так, мы с вами не делаем. Так. Столбик без накида, делаем убавку. В конце 32 ряда 12 столбиков. Провязываем. Столбик без накида. Делаем убавку. Довязываем так до конца ряда. Провязали с вами 32 ряд, у нас с вами 12 столбиков. 33 ряд вяжем, 12 столбиков без накида, без изменения. Последнюю петлю мы не довязываем, мы будем менять нить на нить белого цвета. Не забываем набивать шейку тоже в процессе. Вот так мы с вами не довязали. Отрезаем нить. Берем белую, провязываем эти петли, не довязанные, белой нитью. Тридцать четвертый ряд мы с вами провязываем 12 столбиков без накида, без изменения, но уже белой нитью. Вяжем. 35 ряд у нас с вами 12 прибавок. В конце 35 ряда 24 столбика. Провязали с вами 35 ряд, у нас 24 столбика, вяжем 36 ряд. В 36 ряду вяжем 3 столбика без накида, делаем прибавку 6 раз. В конце 36 ряда 30 столбиков. Вяжем. 1, 2, 3. Делаем прибавку. Так повторяем до конца ряда. У нас начинается уже идти прибавление на голову. 36 ряд мы провязали, у нас 30 столбиков. Далее вяжем 37 ряд. 4 столбика без накида и прибавка. Повторяем 6 раз. В конце 37 ряда 36 столбиков. 1, 2, 3, 4. Делаем прибавку. Повторяем до конца ряда. В конце 37 ряда 36 столбиков. Вяжем. Провязали 37 ряд. Далее у нас 38 ряд. Это 5 столбиков без накида. Делаем прибавку. Повторяем 6 раз. В конце 38 ряда 42 столбика. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков,
делаем прибавку. Повторяем до конца ряда. Вяжем. Провязали с вами 38 ряд. У нас с вами 42 столбика. Вяжем 39 ряд. В 39 ряду 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Делаем прибавку. Повторяем до конца ряда. В конце 39 ряда у нас с вами 48 столбиков. Вяжем. 39 ряд у нас с вами провязан. Далее с 40 по 50 ряд вяжем 48 столбиков без накида, без изменения. Связали с вами 50 рядов от начала вязания. Вот так вот считаете, 50 рядов связали. 51 ряд вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Делаем убавку. Вяжем до конца ряда самостоятельно. 6 столбиков без накида и убавка. Повторяем. В конце 51 ряда у нас с вами должно остаться 42 столбика. 52 ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, делаем убавку, повторяем так 6 раз до конца ряда. В конце 52 ряда у нас с вами должно получиться 36 столбиков. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Делаем убавку. Довязываем таким образом до конца ряда. Вяжем самостоятельно. 53 ряд. Вяжем 4 столбика без накида. Делаем убавку. Повторяем так 6 раз до конца ряда. В конце 53 ряда у нас с вами должно получиться 30 столбиков без накида. Вяжем 1, 2, 3, 4 столбика. Делаем убавку. Продолжаем вязать до конца ряда. Вяжем. 54 ряд. Вяжем 3 столбика без накида. Делаем убавку. Повторяем так 6 раз до конца ряда. В конце 54 ряда у нас должно получиться 24 столбика. Вяжем. 1, 2, 3 столбика без накида. Делаем убавку. Продолжаем до конца ряда самостоятельно. Провязали 54 ряд. Давайте, поскольку мы начинаем закрывать уже нашу голову, видите, немножечко набьем. Будем потихоньку набивать в процессе. Так, пока хватит, будем убавлять и будем набивать по ходу вязания. О, маркер нашелся красненький.
Так, 55 ряд у нас с вами, 2 столбика без накида провязываем, делаем убавку, повторяем так 6 раз до конца ряда. В конце 55 ряда у нас с вами должно остаться 18 столбиков. Вяжем 1, 2 столбика, делаем убавку. Далее 1, 2 столбика, опять делаем убавку, довязываем до конца ряда самостоятельно. 56 ряд, вяжем столбик без накида, делаем убавку, повторяем так 6 раз до конца ряда. В конце 56 ряда у нас с вами остается 12 столбиков. Провязываем столбик без накида, делаем убавку, столбик без накида, убавку, провязываем до конца ряда, вяжем. Видите, наше отверстие сокращается, поэтому еще будем набивать. Потому что следующий ряд мы уже будем закрывать. Сейчас набиваем до того состояния, чтобы вас все устраивало. Проверяем, как мы набили голову. Все нас устраивает. Так. У нас с вами последний 57 ряд. Делаем 4 убавки. Первая убавка. Вторая убавка. Третья убавка. И четвертая. Достаточно. Я немножечко нитку очень коротко не обрезаю, потому что нужно будет вдеть в иголку. И закрыть оставшиеся петли, стянуть. Собираем петельки все, те, которые не закрытые. И стянули вот так. Стянули и хвостик спрячем. Вот так давайте, как обычно я делаю узелочек вот весь. Выводитесь, видите, между, в дырочку, вот между петлями. И обратно в эту же прячете. Вот так, в эту же раз. Все, спрятались весь. Лишнюю нитку отрезаем. Деталь ножки, голова, тело у нас с вами готова. Далее будем вязать ручку такую. Начинаем белой нитью. Делаем кольцо амигуруми. Набираем в кольцо 6 столбиков. Стягиваем. Делаем соединительный столбик.
нитку от наборного края я ввязываю вязание. Второй ряд. Провязываем 6 прибавок. В конце второго ряда у нас с вами 12 столбиков. Вяжем. Третий ряд. Вяжем столбик без накида. Делаем прибавку. Повторяем так до конца ряда. В конце третьего ряда у нас с вами 18 столбиков. Столбик без накида. Прибавка. Довязываем до конца ряда самостоятельно. Провязали с вами 3 ряда. У нас 18 столбиков. Четвертый ряд вяжем. Делаем 3 убавки. Довязываем до конца ряда 12 столбиков. Вяжем. В конце четвертого ряда у нас с вами получилось 15 столбиков. Пятый ряд. Начиная с убавки. Далее провязываем 5 столбиков без накида. Делаем убавку. Провязываем до конца ряда 6 столбиков. Последний столбик мы не довязываем. Вот последний шестой столбик мы делаем вот такую петлю, не довязываем. Сейчас у нас будет с вами смена нити. Вот этот шестой столбик недовязанный мы довязываем уже сиреневой нитью. Вот так. У нас с вами провязано 1, 2, 3, 4, 5 рядов, 13 столбиков без накида, мы сменили нить, далее вяжем 6 ряд. 6 ряд вяжем 13 столбиков без накида, но за заднюю стенку петли. Вот так вот находим заднюю стенку и провязываем за нее. Вот так. Заднюю стенку находим, провязываем, довязываем ряд за задние стенки самостоятельно. Седьмой ряд вяжем уже как обычно за обе стенки, делаем убавку. Провязываем 4 столбика без накида. Делаем убавку. Довязываем 5 столбиков до конца ряда.
Давайте немножечко, немножечко набьем, чтобы форму держала ручка. И удобнее было вязать. Вот так. Сильно не набиваем. У нас вообще будет набита не вся ручка, а в основном нижняя часть. Семь рядов у нас уже провязаны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Далее с 8 по 18 ряд вы вяжете 11 столбиков без накида, без изменения. Встретимся с вами, когда вы уже довяжете до 18 ряда. Вяжем самостоятельно. Вот такая ручка у нас с вами получилась. Немножечко еще поднабиваем ее. Думаю, вот так будет достаточно. Видите, мы набивали с вами нижнюю часть, в основном вот эту нижнюю, и немножко вот здесь такую часть ручки. Видите? Верх мы не набиваем. Вот так выравниваем, складываем пополам. Вот так. Складываем и провязываем столбиками без накида. Обе части вот так. Раз. Два. Три. Вот 4 столбика у нас получилось. Еще остался вот здесь. Здесь мы делаем соединительный столбик. Вот так, раз. Ниточку протаскиваем. Оставляем нить для пришивания. Я уже сразу от мотка отрезала. Вот нить для пришивания обязательно оставляйте. Вот такая ручка у нас с вами должна получиться. Видите, набитая не полностью, верх вообще не набит. Вторую ручку вяжите самостоятельно. Приступаем к вязке ушек. Ушек у нас также две детали. Берем белую нить, делаем кольцо, набираем в кольцо 6 столбиков без накида. Затягиваемся, делаем соединительный столбик. Второй ряд вяжем столбик без накида. Делаем прибавку, повторяем так 3 раза до конца ряда. В конце второго ряда у нас должно получиться 9 столбиков. Вяжем столбик без накида, прибавка. Столбик без накида, прибавка. Столбик без накида и в последнюю петлю прибавка. Выворачиваем деталь. Третий ряд провязываем 9 столбиков без накида без изменения. Вяжем самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида, делаем прибавку, повторяем так 3 раза до конца ряда. В конце четвертого ряда у нас с вами 12 столбиков. Вяжем 1 столбик без накида,
второй столбик без накида, делаем прибавку, вяжем так до конца ряда. Пятый ряд вяжем 3 столбика без накида, делаем прибавку, повторяем так 3 раза. В конце пятого ряда у нас с вами получается 15 столбиков. Вяжем 1, 2, 3 столбик, делаем прибавку, повторяем так до конца ряда. Провязали с вами 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, все верно. У нас с вами 15 столбиков. Далее с 6 по 13 ряд вы вяжете 15 столбиков без накида, без изменения. Вяжете самостоятельно. Так, 13 рядов у нас с вами провязаны. Вяжем 14 ряд. Вяжем 3 столбика без накида, делаем убавку, повторяем так 3 раза до конца ряда. В конце 14 ряда у нас с вами 12 столбиков. Вяжем 1, 2, 3 столбик, делаем убавку, довязываем так до конца ряда. Провязали 14 рядов у нас с вами 12 столбиков. 15 и 16 ряды провязываем 12 столбиков без накида, без изменения. Эти ряды вяжем самостоятельно. 17 ряд вяжем 2 столбика без накида, делаем убавку 3 раза. В конце 17 ряда у нас с вами 9 столбиков. Вяжем 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, делаем убавку, довязываем так до конца ряда. Провязали с вами 17 ряд, у нас 9 столбиков без накида. Далее с 18 по 22 ряд все ряды вяжите самостоятельно, 9 столбиков без накида, без изменения. Вот 22 ряд у нас довязан. Далее мы складываем ушко пополам и провязываем за, видите, как складываем, и вот так провязываем столбиками без накида. 1, 2, 3 столбика. Вот остается одна петля. Здесь мы провязываем соединительный столбик, закрываем, оставляем нить для пришивания. Вот такое ушко у нас с вами получилось. Второе ушко вы вяжете самостоятельно. Все детали у нас уже связаны. Приступаем к вязанию хвостика. Делаем кольцо, набираем в кольцо 6 столбиков без накида. Затягиваемся. Делаю соединительный столбик. Второй ряд. Вяжем столбик без накида, делаем прибавку. Повторяем так 3 раза до конца ряда. В конце второго ряда у нас 9 столбиков. Вяжем столбик без накида. Прибавка. Довязываем так до конца ряда. Третий ряд. Провязываем 9 столбиков без накида, без изменений. Вяжем.
Четвертый ряд вяжем столбик без накида, делаем убавку, повторяем так 3 раза до конца ряда. Далее делаем соединительный столбик, оставляем нить для пришивания. Совсем немножечко набиваем хвостик, чтобы форму поддерживал. Хвостик готов. Мы с вами связали все детали, приступать будем к сборке. Все детальки у нас с вами уже готовы. Само туловище, голова. Далее 2 ручки, 2 ушка и хвостик. Будем пришивать. Так, смотрим, ручки у нас. Видите, мы специально с вами вот здесь делали. Прикалываем ручки. Смотрим. По шейке отсюда. 1, 2, 3, 4, 5. Между 5-м и 6-м рядом я прикалывала ручки. 2-ю ручку прикалываем также. Смотрим по ножке вот здесь. И отсюда отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5. Между 5-м и 6-м. Вот ручки. Прикололи, пришиваем. Вводим сзади вот здесь где-нибудь. В дырочку, потому что мы будем связывать потом ручки. И также пришиваете 2-ю ручку. Пришили 2-ю ручку, вывели ниточку в ту же дырочку, связываем между собой. Отрезаем лишние части и прячем внутри игрушки. Ручки пришиты. Далее прикалываем ушки. Ушки можете приколоть сбоку. Я сзади буду их пришивать. Мне больше нравится, когда вот так вот приблизительно. Видите, тут доли у вас такие. Так, посмотрим вот здесь. И 2-е ушко. Отсюда начинаем. 1, 2, 3. Между 4-м и 5-м. 1, 2, 3. Тогда выше. Между 4-м и 5-м. Вот здесь. С двух сторон я покажу, как я это делаю. Вот от серединки
между четвертым и пятым, сюда и сюда. Смотрим. И пришиваем так же, как ручки. Вставляем ниточку, выводим вот здесь, чтобы ушки не топорщились. Мы их немножечко прихватим, вот так вот, раз, и выводим в голову сзади, вот видите, между рядами, между. Все. Ушки прихватили. Таким же способом вы пришиваете второе ушко. Вывели в одну и ту же дырочку. Завязываем узелочек. Отрезаем лишнее. Прячем внутри игрушки. Ушки мы пришили, ручки пришили. Давайте будем делать мордочку. У нас с вами имеется носик и глазки. Я беру деревянную палочку, чтобы немножко расширить туда, куда будем. Я приклеиваю вот носик. Носик, видите? Так, глазки мы будем. Глазки вот, вот так будем выдавливать. Приблизительно, чтобы мы представляли, где мы будем делать глазки. Глазки вот здесь мы будем немножко утягивать. Смотрим носик. Носик от верха. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Между тринадцатыми и четырнадцатыми рядами по центру будет носик. Дырочку мы наметили уже, расширили. Подождали минут 10, чтобы носик приклеился. Далее берем вот немножко коричневой нити, мы будем делать разделитель вот такой на мордочке. Так, отматываем ниточку. И заодно сделаем небольшие утяжки для глазок. Завожусь вот здесь, где шейка. Глазки мы смотрим, сразу глазки вот так проминаем. Выводимся. Раз, два пропускаем. Возвращаемся вниз. Намечаем глазки вот так.
также пропускаем 2 и выводимся вот сюда. Видите, получаются намеки для глазок. И небольшие утяжки. Давайте еще вот сюда, еще разик. К этому глазику. Далее, видите, у нас нам надо сделать такое разделение, как ротик. Смотрим уголочек, заводимся в уголочек. И выводимся вот здесь, внизу. Ровненько. Вот так подтягиваем немножко. Так, смотрим. Вот так вот не совсем, кстати, ровно у меня получилось. Смотрим, чтобы все получалось ровненько у нас. И выводимся вот в этот глаз. В ту меточку, где мы для глазика, видите, делали. Еще раз сюда. Шейку. Ой, улетел, тернуло слишком сильно. Вот видите, как получается у нас с вами. Пока эту ниточку мы оставляем. Давайте будем... Так, сейчас глазки делать будем с вами. Я расширяю палочками, можно вот для суши палочкой расширять. Тоже очень удобно, кстати. Это палочка для ногтей, вот кутикулу убирать, которая. Будем сюда приклеивать глазки. Вот так. Приложите, посмотрите. Вот так, зайки, приклеиваем глазки. Смотрим, может быть, нам стоит их поближе сюда. Вот так все проверяем как следует сначала, перед тем как клеить. Видите, какая симпатичная мордашка у зайки получается. Так, что с глазками у нас, посмотрим. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Между 10 и 11 рядом мы делаем прокол. Между глазками у нас с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 столбиков. Видите? 8 столбиков. Давайте будем приклеивать глазки. И зафиксировали. То же самое делаем со вторым глазом.
сушим где-то минут 5. Глазки. Глазки подсохли, видите, у нас коричневая ниточка осталась. Давайте заведемся и сделаем бровки. Так, сначала тогда давайте посмотрим, где они будут лучше смотреться. Приблизительно начнем над ряд над глазками один сюда. Так, заводимся. Вот так наискосочек. Вот видите, какая бровка получила. Так, смотрим. Два, четыре, шесть. Через шесть, видите, так же делаем. Вот так берем, проводим. Вот здесь где-то. Все вот так сразу, вот так примеряем. Вот сюда. И выводимся сюда в шейку. Вот. Видите, как миленько у нас все получается. Шейку мы вывели с вами. Давайте еще раз утянем ротик. В эту же дырочку прокалываем. И сзади выведемся. Вот сюда. Видите? Подтягиваем ротик. Все. Делаю вот так узелок. И прячу внутри игрушки ниточку. Вот такой милашка у нас с вами получился. Я еще при вот так вот сюда бантики делаю. Сейчас мы их посадим на клей. Также, если, допустим, это у вас для маленького ребенка поменьше, вы можете их также пришить. Просто пришиваете и все. Приклеиваются. Так, у нас с вами осталась юбочка. Ой, отклеится. Юбочка, юбочка, юбочка. Берем ниточку, вот эту платье, которое вязали. Прикрепляемся. Вот видите, у нас здесь видно все. Хвостик коротко не делаем, потому что мы вовнутрь будем его убирать. Прикрепились. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же, вот в эту, 2 столбика с одним накидом. 1 столбик с одним накидом. 2 столбика с одним накидом. Далее делайте 2 воздушные петли. И также дальше в следующую такую делайте 2 столбика с одним накидом. 1 столбик. 2 столбика. 2 воздушные петли. В следующую делайте 3 столбика
3 столбика с одним накидом. Видите? Раз. Два. Три. Далее 2 воздушные петли. Видите, получается 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика. Так вы чередуете до конца, вот вообще вот до последнего сюда ряда вы чередуете. Встречаемся, когда юбочка будет связана. Вот такая юбочка у нашей зайки получилась. Вот 2 ниточки, одна от начала вязания до конца, мы будем прятать в зайку. Вот заюшка в юбочке. У нас с вами остался хвостик. Хвостик, хвостик. Хоп. Прикалывайте хвостик под юбочку вот сюда. И пришиваем. Хвостик пришили. Вот такая вот заюша у нас получилась. Вот. Все легко и просто. Хороший подарок. Вы можете украшать как хотите. В принципе, я бантиками, вы можете делать что-то другое. Сюда можно сделать шарфик. Очень быстро и просто.